Привет, друзья, я Фикса, и добро пожаловать на Майнкрафт Спидранер против 10 охотников, но у меня бесконечная сила. Это значит, что теперь я смогу убивать охотников буквально с одного удара. Я думал то, что мне будет намного легче, но против 10 человек даже так сложно противостоять. Получилось мега эпично, мы снимали это целых 4 часа, и я надеюсь на вашу поддержку. Давайте наберем 100 тысяч лайков под этим видео, и новый спидран выйдет очень и очень скоро. И не забывайте подписываться на канал, если вы до сих пор не подписаны. А мы начинаем. Приятного просмотра. Ну что же, господа, у меня 15 секунд для того, чтобы убежать. И после этого у вас будет ровно 1 минута, чтобы нормально меня убить. Ведь после истечения этого времени я смогу вас убивать только с одного удара. Но не забывайте про щиты, ведь у вас могут быть щиты. Саня, ты где? Да я здесь, господи, ну что ты? Ну что же, поехали на счет 3. Раз, два, три, погнали. Убить спидранера в Майнкрафте, повезло. Опачки. Спидран по Майнкрафту, поехали. Повезло. Куда ты побежал? Алло! Совсем с ума сошел, что ли? 4, 3, 2, 1. Пошли. Вперед. Тихо. Я снизу. Опа, повезло. Поехали. Сюда! До свидания! Гений! О! Повезло. Ребят, я тут, если что, я здесь. Опачки, привет, обед, до свидания. Повезло, нормально. Это вообще прекрасно, что здесь вообще ничего не видно. Ребят, осталось 20 секунд, поэтому лучше... Ха-ха, да, кстати говоря, лучше идти быстрее. Слушай, реально, повезло с этим мне очень сильно. Он внизу, нет? Не, меня здесь нету. Он убегает, он на улице. Блин, нет, только не надо, не палите меня, пожалуйста. Там Алекс Бэй вообще упал. Так, ребят, нормально. Опачки. Ударь, убей. Ну что же. А вот и Фикса выходит на охоту. Лучше вам бежать, ребят. Давай, не надо. Только здесь очень много блоков, а у меня даже дерева никакого нету. Как мне выбраться отсюда? Спидранер Фиксай. Так уж и быть. О, привет, ребят. Пока, до свидания. Да, Бит, ты как это сделал? Ты как появился возле меня? Маша, лучше беги. Вот тебе серьезно говорил, Маш, лучше беги. Вот не надо здесь Маша, стоять. Ты будешь моим щитом. Опа, да как здесь появляешься ты вообще? Опа. Я не вижу. Да, мне нужно рукой бить, а не предметами. Алле, вирус, куда побежал? О, боже мой. Да, Доня, спасибо. Ну куда? Вы что, офигели, что ли? Опачки, улетел Алекс Бэй. Тихо, нужно поесть, нужно срочно. Опа, хорошо, нормально, повезло. Почему вы рядом со мной спавнитесь? Тихо. Это не работает на мобах. Нет, это не работает на мобах. О, нет, только не деревня. Не трогайте деревню. Откуда здесь деревня взялась-то вообще? А все, она была раньше. Нормально, живем. А где деревня-то? Так, Бодя побежал в другую сторону. Высокий берез, даже самый редкий биом. Да. Нормально. Опачки, я вижу деревню реально там. Оставайся на месте, Бодя, никуда не беги. Утай деревню быстрее. Фикса, ты знаешь, что в березках можно это спидран по Майнкрафту пройти? Да? Да, иди к березкам, там как раз Да, точно. Настоящий дерево. Да нет кузницы. Ну и все равно, что нету кузницы, зато здесь какие-то предметы 100% есть. Опа. Спасибо за палки. Палки это тоже неплохо. Там кто-то какой-то зелье кинул или мне показалось? Чего? Опачки! Сахар в огне. Откуда ты взял эти вещи? Из сундука, точно! Они же взорвались. Так, прекрасно, что здесь есть. Тут ничего нету, до свидания. Блин, деревня, конечно, убогая. Прям ужасная деревня. Вообще в ней ничего нету. Можно немножко подуспокоиться и добыть первое дерево. Вы со мной далеко от меня. Сала, привет, как твои дела? Вообще классно, еды бы только. Да, вот я мне бы тоже бы еды немножко. То мне совершенно нету. Давайте, я не трону, ты меня не трушай за грумью. Да? Вот тут метамет как раз таки. Сала, знаешь, что делают другие уже? Другие, да, все, вовсю развиваются. Делают себе щиты, чтобы каким-то образом пытаться меня убить. Конечно. Нет, не надо. Поэтому тебе подсказка, ты на месте, да, лучше не стой. Вас 10 человек, вы меня забить щитами вообще легко сможете. Хотя я надеюсь, что это будет первый раз, когда я смогу наконец-таки пройти Майнкрафт. Против 10-рых. Ребята, опа! Господи! Офигеть! Вот еще страшно было! Меня кот почти убил, у меня один хп остался! Повезло. Добивайте. В натуре повезло. Вот жалко, что это, получается, с тобой никого не было. Просто один удар ты. Да. Зато у меня появилась уже гениальная идея, как мне вам противостоять. А вы об этом даже не знаете. Кстати, как дела? Я уже алмазы нашел. В смысле? Ты что, серьезно? Ты серьезно нашел алмазы? Да не может быть такого. Знаешь, чем пахнет? Чем? Акакием, да, я тоже вот чувствую каким-то вот коричневым пахнет злодеянием каким-то. Аура такая вкусная, я бы сказал. Вкусная? Что
А, слушай, да мне показалось, что он помылся. Мне показалось, что он помылся. Фиксай, бей мечом, который я тебе оставил. Спасибо, кот, он мне так нужен. Кот, а ты за нас или? Главное, не рукой. А, ну хорошо. Зачем рукой, Фиксай? Руку же можно отбить. Как ой, так, согласен, как? Согласен вообще. Так, мне нужно срочно железо и уголь. Здесь ни черта нету в этой шахте. Фиксай, это что, сундуки не вот так вот, да? Ой, зачем? Да я просто поспешил, мне страшно было. У меня было очень мало ТП. Я не хотел тратить золотые яблоки, которые у меня есть. Ребят, если что, у меня уже алмазная кирка. Ладно, да. А у меня алмазный сет уже представляет. Ладно. Да, то есть ты не веришь, да? Ни одной шахты нету. Подожди, Алекс Б, разбойник, ты там нашел какую-то башню? Там форпост был рядом. Тогда там было рядом башни, если не заметил. Ну, а, ты так далеко находишься от меня, я минус уже убежал 300. За 3-9 земель. Не, кот, так это не работает. Я не могу найти шахту. Упачки, опа, нормально, повезло, повезло. Это, я считаю, мы какие-то подписчики могут в комментариях писать какие-то челленджи, мы можем сами играть. Выполнять. Тихо, тихо, тихо. Я кого-то слышал. А кто это рядом со мной там ходит, а? Опа. Наверх посмотреть, это куда? Я верхов никаких не знаю. Да-да-да, я просто не нашел вот одну вещь. Ой-ой-ой-ой, страшно! Боже мой, я же забыл то, что мобы-то все равно меня бьют и очень сильно бьют. Какая красивая, кстати, пещера, фиксаю тебя. Великолепная, да, вообще прекрасная. Хотя я исключаю, алмазы? Что нашел пещеру твою. Алмазы где? Секунду, не, мне вообще все равно, вообще не страшно. Так, теперь вот что мы сделаем сейчас очень по-быстрому. Чё? Вот тебе чё? Печка, можешь перезарить, резать себе на щит, сделай себе щит. Я могу тебе дать вот кирку. А кто, кто упал туда, я не пойму, где ты? А, вот ты! Да бей, спасибо большое за еду. Вообще помог, помог очень сильно. Господи, у меня очень всего много. Так, все, прекрасно. Ребята, а вы так-то это, спешите, потому что вы-то уже начинаете проигрывать, между прочим. А, кого? Мне сейчас. Влава, прыгнешь, там сразу же победишь, да? Ха-ха! Поехали. Не может быть такого, я впервые в спидране это сделал. Что? Опачки, вирус! О, не отвечайся, там остались, блин! Ребят, самое интересное то, что у меня счетчик ваших киллов. Я 13 человек уже убил, считайте. Что? Ого. Ты этим хвастаешься, Фиксай. Я вам хвастаюсь. Опа! Привет! Опа! Сало, зря ты отжал щит! Ребят, ну в принципе все неплохо, мы оторвались, только вот есть одна небольшая проблема. Их миллиарды там внутри! Господи, точнее не внутри, а просто их дофига там! Ребята, до свидания, мне не нужно меня трогать, пожалуйста, не трогайте меня ни в коем случае. Я вам ничего плохого не сделал. Опа, портал. А, ничего полезного нету здесь. А кто-то есть? Нет. Тихо, нормально, живу, 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 нормально. Ух, обманул, обманул, обманул. Крепость. Стой. Нет. Куда ты там? Ах ты. Да, да, получилось. Получилось! Да, да, работает, работает, работает эта схема. Эта схема работает. Вы сзади меня, вы сзади меня. Вы находитесь где-то позади меня. Опа. Маша, у тебя нет меча? Че такое? А че такое, ребят? Отлично. Минус один, хорошо. Минус второй. Прекрасно, минус третий. Замечательно. Какой хаос, боже мой, почему я все, зачем я все перемешал здесь? Где мой щит вообще? Опа. А, нифига. Куда? Да. До свидания. Ой, блин. Ой-ой-ой-ой! Куда мой щит пропал? Почему у меня щит выкинулся? О, привет, ребят! Привет! Опа! До свидания! Даже не думай, добей. Вот это я тайминг словил, вот это я словил тайминг. Давайте сразу толпой. Да-да, толпа. Опа! Повезло, сейчас вовремя я щит нажал. Йод, привет! Иди сюда, куда ты побежал! Отлично. О, 4 штуки. Отлично. Ха-ха, блин, как страшно! Как страшно! Казалось бы, я убиваю вас с одного удара, но все равно это невозможно. Опа! Опа! Привет! Какой кошмар! Вот он, держите тыкву! Отлично, убил кого-то! Убил кого-то! Опа! Привет, 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 ребят! Бей его сзади, Маша. Тихо, кого сзади, кого сзади? Нет никого сзади. Я резко подорвал. Лаву поставил! Боже мой! Помогите. Да! Вот это было опасно. Это было тоже страшно. Вы меня загнали в угол. Вы меня просто загнали в угол. Так, фиксай, думай. Как тебе выжить, фиксай? Фиксай, ты не боишься, что ты умрешь? Нет, ребят, нет, еще никак не боюсь. Потому что зачем бояться того, что не может произойти? Опа, сзади, да, Маша? Ха-ха-ха, как здесь столько лута? Сейчас где-то, где-то копает, а сейчас убьет. Какой экшен, боже, у меня нервишки просто. Ребят, самое главное, чтобы он меня не убил. Я
Прошли мимо чисто! Привет! Опачки, вируса. У вируса хорошая броня, кстати говоря. Мне бы она понадобилась тоже. Опа! Ага! Думали меня обмануть! Нифига не получилось! А! Опа! Привет! Здравствуйте! Фиксай, выбирай один или два. Взорвать кроватью или выжить тебе? О, нет! О, не дай бог вас кровати! Взрывай! Нет! Все, до свидания! Я побежал! Эй, Дрим! Ха-ха, как говорится! Не успел взорвать! Нет! Повезло! Нормально, живу! Так, еще тебя! Так, кот, привет, как твои дела? Поболтаем? Как ты поживаешь вообще? Как там семья и так далее? Как кот твой, кстати? Нормально вообще, да? Ну это очень хорошо, да, это очень круто, это замечательно вообще. О! Тихо, ребятушки! Вот, кот, помоги, пожалуйста! Только не надо! Кот, помогай! Ребят, может не надо лучше? Так, окей, хорошо! А! Отлично! Кот, прости, пожалуйста, но мне пришлось это сделать! Так, до свидания! Ребят! Боже мой, все в броне! Нет! Почему вирус не убиваем? Я же ударил тебя топором! Даже не пытайся сюда бежать! А-а-а! Отлично, да, получилось! До свидания, Сало! Нет, даже... Перл. Нет, Тони, добей, я тебя вижу! Ты думаешь, я тебя не вижу, добей? Я подорвал! Куда ты их подорвал? Иди сюда, Тони! Нет! Боже, что сейчас случилось? Что сейчас произошло? Как же мне повезло? Добей, ты меня раздражаешь! Тихо, беги! А! Нашел! Сколько? Ты что, трейдился что ли все это время? Спасибо, вот Сало, реально респект тебе. Нет, чтобы там, я не знаю, спрятать их куда-нибудь, что-то сделать еще. О, наконец-то добей. Вот и карма, топ 10 мгновенных карм в аниме. Так, да, тот самый портал, я его вижу, отлично. Опа. Значит, в той стороне 16 огненных стержней. Офигеть. Только еды вот нифига нет. У меня было куча мяса. Куда оно все? Опа. Ну, слушай, ну гениально то, что я прямо сейчас направляюсь к порталу. Правильно? А, привет, Добей. Привет, Фисанечка. Да. Молодцы, Фисанечка. Портал сломали. Красавцы. А как вы-то возвращаться обратно будете? Вы сделали. Ну давай, пока. Зачем? Боже. А он не сказал. Боже, блин, что он сказал? Я прослушал, что он сказал? Он сказал, что ты крутой. Ты про портал что сказал? Нет, он сказал то, что ты лучше. А, ну это я знаю, это спасибо, да. У нас нету портала, я понял. Хорошо, кот, спасибо. Гений, просто гений. Короче, у меня есть две кровати, за две кровати вы точно бахнули. Так, две кровати, значит, да, говорите? А, что? Не ожидали? Так, ой-ой-ой, а, вирус, господи, я сейчас испугался. Нет, ребят, пожалуйста, не бейте, не надо. Бейте. Тихо. Опа, пока. Тихо, ай. Как он такой? Не получилось. Не портанул. Я сидел. Боже, что происходит? Я не понимаю. Быстрее. Куда мне бежать? Я не знаю, куда бежать. Опа. Железо. Вот это намного лучше. Все, ребята, до свидания. Вирус без вещей. Вообще прекрасно. О, нет, только не ночь. Куда? Все, ребята, пока, вам всего хорошего. Сколько я уже вас убил? Больше 100. Тебя тоже. Офигеть. Да, удачи вам тоже, там всего хорошего. А почему у меня ХП восполнились, когда я... Подождите, стоп, а почему у меня полный ХП? Странно. Но мне это намного лучше из этого. Там, кстати говоря, сзади деревня была. Еще одна деревня. Сзади деревня. И тут деревня спереди. Нету сзади. Как-то нет, там по-моему, была. Нет, все, мы ее разрушили. Все. О, где-то очень близко. А, ну уже типа нету. Ну да, я теперь понял, в принципе. Портал, отлично. Хотя, в принципе, он мне вообще не нужен. В любом случае было бы неплохо. Может быть, что-нибудь полезное будет, например, еда. Хотя здесь еда зачастую не спавнится вообще. Да, здесь почему? Ничего нет. Уже вечно упачки. Бежим в пустыне просто. Вот реально. Это вот хорошо, вот это поле. Ха-ха, Алекс Бэй! Даже не думай! А, там Алекс Бэй. Если там Алекс Бэй, значит там Фиксай. Потому что он сказал Алекс Бэй, только что. Ой, экспортал нашел какой-то. Куда? Где? Не дай бог в горах будет. Не дай бог будет в горах. Санька! Не понял! Не понял! А я жалел! Да почему я не убивал тебя? Я сама же какой-то герип, получается.
Гений. Ну, получается так. Да, гений. Маша, скажи, у тебя есть какие-нибудь ловушки для меня? Нет, ты что? Есть у нас Маша спидранер. Когда? Ага, все, меняет направление, меняет направление. Убивай дракона, быстрее, чем он. Убивай дракон быстрее, чем он. Да, кстати. Тупой, зачем? Пусть она пройдет, а он не спустит. Это так не работает. Да как вы так быстро? Дальше спускаемся. Еще одна шахта, опа. До свидания. Кстати, аккуратно там. Я здесь, я бегаю, я хожу. Маша, если что, дракон. Поздравляю. Куда не пойму, бегу. Тихо, тихо. Фиксай, мы тебе там это подарок отправляем. Какой? Нормально. Лови. А? Поймал? Приманка. Чё? Как тебе подарок? Вы как это? Короче, прыгаем, быстро прыгаем. Народ, как? Тихо, стой! А что? А почему мои кровати сломались? Нет! Давай, поехали, давайте, поехали. А почему кровати мои ломаются? Тихо, нет! А! Почему я тебя не убил? Почему я тебя не убил? Фиксай, знаешь, насколько я такой пример мог бы? Насколько? Мне кажется, 10 тысяч. Да. Ты можешь уже идти отдыхать. У вас осталось совсем мало. Ребята, отстаньте, не мешайте. Я такой путь преодолел не для того, чтобы вы меня два счета сейчас убили тут. Фиксай, я предлагаю тебе стимиться. У меня есть кровать, и я помогу тебе его убить. Я знаю, как ты поможешь. Скорее всего, не дракона, а меня. Ребят, мы играем с вами уже 3 часа! 3 часа! Это самый долгий спидран за все время. Закрывайте. Ай, хорошо. У него нет кровати, я вам отвечаю. У меня куча кровати, ты что? У меня их очень много. Почему не все ломались, я не понимаю. Алекс, ты реально закройте портал, чтобы в поток просто не прыгнул. Гениально. Ты думаешь, это тебе поможет? Нет, оно все равно удалится, вот. Ха-ха-ха! С лука тоже работает! Отлично, минусало уже. Уже минусало. Я бегу к тебе. По твоей душу как раз. Да, 10 тысяч богов, удачи. Как бы, да. Опа, вирус. Красота! Как я хорошо попал сейчас! И дракон находится, значит, в той стороне. Мне нужно больше чанков. Ну что ж, я могу вам сказать. Ребят, лучше вам бежать, реально. Потому что терминатор Фиксай выходит на охоту. Фиксай, я уже бегу, лучше ты мне помоги. Я уже бесполезен. Ага, закрыли, значит, да? Но это мне все равно не помешает. Зачем ты дурак? Проверить. Ха-ха! Спасибо за то, что проверил. Проверить. О, сало, удачи, тут два эндермена бежит. Все, остался сало. Отлично. У меня только не эндермен. А где моя вода? Я же забирал ее! А, ты поспал. Вы чекпоинт поставили на портале, говнюки. Да, чекпоинт. Да. Хочешь тоже поставить? Иди поставь тоже. А, нормально. Я даже не стою. Иди поставь тоже, умрешь, Да, если что, если я умру, то игра закончится. Ребят, давайте, до свидания, если что. Вы мне не мешаете, и все хорошо работает. Вирус, я тебя мясом, куском мяса, это ты что? Это все это уже. Сало было. А, это сало? А, ну ладно, неважно. Вирус, со мной, вирусом, вообще нормально. Что? Что сейчас было? Отлично. Ну, кажись, все. А, нет, еще да не все. Что мне делать? Я не могу понять. Ложись на кроватку, поспи с нами. Не-не-не-не-не-не. Вирус, ты мне надоел. Вот реально, ты мне надоел. Нет, я туда не пойду. Нет. Не дождетесь. Нет! Донни, тебе сейчас очень сильно повезло. Тебе сейчас очень сильно повезло, то, что я не умер. У меня еще таких 4 кровати, друг. Красота. Кто сюда строится там? Ага. Привет. Не успел! Сало! Я вас понял, кажется, вы начали сдаваться. Нет! Я взрыву. Я тебе помогу просто, Донни! Ребят, ну кажется, вы проиграли, я, конечно, не хочу вас расстраивать. Да ладно. Но у меня есть одна небольшая проблема, он вообще не садится. За все это время он ни разу не сел. Либо это из-за того, что вы здесь блоки наставили, либо я не знаю почему. Да, потому что у меня кровати нет. В общем, добей все заруинил, как обычно. Ребят, вы там не заснули? Нет. Я тут для вас готовлю кое-что. Это как же это долго. Это просто кошмар. Он ни разу не сел. Нет, один раз он только сел. Он просто не садился. Сколько мы с вами играли, он вообще ни разу не садился. Я не знаю, у меня уже сил нету просто. Поэтому, друзья, я хочу завершить это красиво. Ты смог все-таки? Ты добежал? У него меньше строчек. Тихо, нет! Не смей его добивать. Если ты его добьешь, я не знаю, что тебе сделать. Я его очень долго уже бью. Добивай. Да! Все! Наконец-то! Эти мучения закончились! Эти мучения закончились! Наконец-то! А какая разница? Уже отстаньте! Я хочу прыгнуть в этот портал! Быстрее!
Быстрее, все. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился этот мега эпичный, наисложнейший, долгий спидран против 10 охотников. Я очень сильно старался, мы очень сильно старались для того, чтобы вам это все понравилось. Мы снимали все это дело на протяжении очень долгого времени. И я надеюсь на вашу поддержку, друзья. Пожалуйста, поставьте лайк за такой крутой видос. А если вы до сих пор не подписаны, то обязательно нажимайте на кнопку подписаться. А для вас старался Фиксай. Не забывайте смотреть предыдущие видео, они очень интересные. Всем удачи и всем пока. Увидимся в следующем ролике. Пока!